друзья. Каким-то непонятным образом я оказался в Торонто, Канада. Еще позавчера даже не думал об этой поездке, и уже сейчас я здесь. Каким-то образом проник. Меня не хотели пускать, как Ирика в прошлый раз, так еще жестче. Мне заняло порядка 2 часов, чтобы доказать, что я легально работаю. У меня достаточно денег, чтобы просто так смотаться на выходные в Канаду. Забронировал билет за 1 день до вылета. В общем, это заняло кое-какое время, но я тут 15 часов прилет позади. Осталось найти, где здесь само мероприятие. Я пока вообще не понимаю, мне привез такси по адресу. Да сюда. Ну вот это похоже на правду, но что-то не совсем то. Ладно, буду искать. Здесь холодно. Здесь прям со всей дури холодно. Как в Москве. Я надеялся на теплый прием. Хрен там плавал. How are you doing? Good. Good to see you again. Good to see you too. Do you know where is the enter? И вот так вот японец в Канаде помог мне найти дорогу. Thank you. Все в ахере с моего скалокарщика. Я приехал за 20 минут до раскатки. Прилетев с Европы, с Москвы, типа я летел 15 часов и просто сразу же с сумкой пригнал на раскатку. Сейчас соберу велик, вон Маринка уже растягивается. Сейчас соберу велик и кататься. Раскатка будет идти 3 часа, после чего я смогу заселиться в апартамент и спокойно выспаться и отдохнуть уже после перелета. Тяжело, но в этом же вообще часть игры самая интересная. Если бы не было так тяжело, все было бы слишком просто. Сашка трэшкэн, что означает Саша мусорное ведро, помойка. Классный чувак, фамилия вообще. Как он с ней живет, непонятно. Мне сказали, что это какой-то трейл, чувак, он катается просто на дертиках, делает стильные трючки с фамилией мусорное ведро. Такое вот. Я думаю, сейчас меня поставили во вторую группу, поэтому я поснимаю нормально первую. Далеко не факт, что завтра и послезавтра будет возможность нормально подснять BMX. Воспользуюсь моментом. Mother Russia. That's right. Вот именно здесь я и постою. Серьезно, ну дядь, ничего интересного. Я пойду. Найду еды. И члану. Сорян. BMX на этом мы сегодня закончим. За 6,5 канадских баксов урвал пепперони. Сейчас протестим, насколько она лучше или хуже, чем Доминос. Неплохо, но за 500 рублей за один кусок могло быть и лучше, между прочим. Да выбора нет, здесь нет другой еды. Только пицца. Ладно, в общем, вы все равно не увидите, как я катаюсь. Поэтому, ну вот и все, сейчас раскатки пролетела незаметно. Мне понравился парк, на самом деле он реально крутой, он прикольный, он забавный, он маленький, везде столбы, немного скользкий, ну проминается, там гнется. Но в принципе круто, весело, реально. Я кайфанул. Какое-то разнообразие от КСС, катаясь одни и те же трюки. Хотя есть такие же трюки, просто другие линии, и приятно. Фанбокс стрёмный, он огромный, приземление вот такое вот. Надо сейчас найти вещи, собрать их и поехать в Airbnb, в котором мы сняли. Короче, мы абсолютно таким же составом, каким жили у Дерса буквально месяц назад. Марина, Ирик, Дерс и Кеннет. Короче, двигаемся сейчас куда-то поесть, найти еду. Я велик оставил, сумочку заберу с собой со всеми вещами необходимыми. Чисто русский стиль применил. Короче, я пытаюсь купить переходник в розетку, потому что здесь американские, канадские. Я собирался в диких попыхах. Торопился всей дури и ничего с собой не взял. Но к этой истории попозже вернусь там.
забавно вышло вообще. В принципе, вся моя поездка в Канаду столько спонтанная и забавная. Расскажу в следующей серии, неважно, пока что. Сейчас мы пришли, Daniel Ders привез венесуэльский ресторан в Канаде. 15 минут в очередь, мы решили прогуляться, посмотреть, что здесь вокруг. What's the difference between American and Canadian dollars? Oh, it's big difference. Canadian is much lower. Really? Yeah. So it's like about how many dollars? Let's say $4 is like maybe 2.5 or something. Oh, cool. Maybe more. Maybe a little bit more. Yeah. В Канаде такие же баксы, как и в Америке, выглядят они так же, видите, значок бакса. Но они в два раза меньше, походу, ну примерно. Надо посмотреть, сколько это. Ну да, прикольно. 50 рублей за канадский доллар, что на 20 рублей меньше, чем американский. You like it? It's weird. What? Короче, Daniel заказал какой-то венесуэльский ништяк, и он очень странный, это просто похоже на драники, на пережаренные драники со всей дури, которые просто как сухарики на вкус. Сушеные бананы или что-то такое. Типа драники с сушеными бананами. Венесуэльский деликатес. Второе блюдо от нашего шеф-повара Daniel Ders. Шаурма по-венесуэльски. С козьим сыром, бараниной, походу, авокадо, помидорами и чем-то еще. Ну ладно. It's good. I like this one. Случайным невероятным образом мы сняли с Мариной просто комнаты на Airbnb в одной и той же квартире, в одном и том же месте. Я не знаю, как такое получилось, что просто в Канаде нашли одинаковое. Одинаковое, там мне нужно сейчас ключики получить. Каким-то образом. What is that? 7104. Камера разрядилась. Все сдохло. У меня нет переходников, я их так и не купил. Слава богу, Марина меня спас, хотя по адаптерам для зарядки MacBook. Я могу в теории заряжать MacBook и телефон. Есть. А еще он мне дал адаптер для розетки. Сейчас вот как раз с него подзарядил экшн-камеру. Сейчас буду постепенно все менять, потому что проводов не хватает, зарядок не хватает. Короче,